36-летний Брэд Питт. Брэд Питт вспомнил о своей первой любви. Главный голливудский сердцеед признался, что впервые у него случился такой опыт в начальной школе. Звезда фильма «Однажды» в Голливуде дал откровенное интервью и снялся на обложке журнала в образе своего экранного героя. Брэд выглядел очень брутально. Актер рассказал, что его первый поцелуй случился в 4-м классе. Экс-супруг Анджелины Джоли признался, что был в этот момент очень смущен. Ее звали Лиза. Это было в ее гараже в 4-м классе. Она жила со мной через одну улицу, и я сразу после побежал домой. Я очень сильно тогда перенервничал, поделился Питт в магазине. Артист рассказал и о чем мечтал в детстве. Он признался, что хотел стать каскадером или боксером. «Я хотел быть Ивелом Кневелом или Мухаммедом Али», — сообщил Брэд. Недавно стало известно, как Анджелина Джоли соблазнила Брэда Питта. По слухам, отношения актера и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень. Экс-супруги заключили личный договор.